Всем привет, друзья! Мы продолжаем с вами проходить Watch Dog, и я себе такой вот Феррари нашел, покатался немножко, очень быстрый автомобиль. Прикольная вещь, но пора выходить. Так, наша задача будет здесь. Опа! Раз сетевые усилили охрану, нужно прихватить пушек. Видимо, сейчас купим ствол. Так. Отличный день, да? Сколько у меня денег-то всего? 1900. Так, что это такое? Фух, что за 40 тысяч там пушка была? Так, ну давай мне вот это хочу за 500. Как тут? Угрожать? Я могу даже ему угрожать. Не, не хочу угрожать, я хочу купить. Выбрать, приобрести, выбрано. Ну, дробаш давайте еще купим. Давайте купим. Сколько у меня еще денег-то? Где деньги? Где тут? Где я видел? А, вот 420. Подожди, пополнить боезапас. Давай пополнить боезапас. А, так, пистолет с глушителем у меня есть. А, пополнить. О, блин, надо было снайперку. А на снайперку мне не хватает. СВД, СР какая-то 25. Так, эти пулеметики, МП5, всякие пистолеты. Так, пулеметы, дробаши. Так, ну все, вроде мы купили. Гранатометы. Ух ты, прикольно, гранатометы, наверное, вот это круто. Это очень круто. Так, ладно, вот все, вот так вот. В последнее время меры безопасности в центрах CTOS в Чикаго усилились из-за кибератак группы хакеров DCEC. Сегодня мы поговорим с Шарлоттой Гарднер, главой пиар-отдела компании. Вот тут пушка стоит. Главная безопасность Чикаго. Так, меняйте электрооружие. А как вам менять-то? Ну я жму, ничего не происходит. В горячих точках по всему миру. То есть, мисс Гарднер, эти профессионалы, по сути дела, наемники. И многие из них... Если в этом режиме. Многие из них с армейским опытом. У наших солдат есть право служить своей стране в мирное время. CTOS под надежной защитой. О, да. А значит, жители Чикаго могут спать спокойно. Это была Шарлотта Гарднер, пресс-секретарь корпорации Блюм. Ага. Смотрите. У-у-у! Уж какой, да? Так, что хочу? Хочу вот сюда. Нам нужно теперь ехать сюда. Где наш Феррари, который... Ой-ой-ой. Что это такое за... А, это скоро едет. Так, ну вот мой Феррари. Скоро и заблудилась. Бывает. Вот так вот скоро без пробки едет. Так, отправляемся на задание. Я, наверное, в дальнейших сериях буду вот эти вот переезды пропускать. Какое же управление жуткое. А, все, бибикать научился. Ага, замедлять время даже в машине работает отлично. Ух. А, помните, способность такая в GTA была в компании. А я приехал, чувак. Серьезно. Но выбора нет. Я найду этого приколиста. Не с тем он пошутить решил. Так, открываем. Вы находитесь в закрытой зоне. Отлично. Так, что мне с ними делать? Подождите. Нет, этот пистолет не хочу. Я хочу дробовик. А, все, вот я понял, как подменять дробовик, пистолет. Что такое Д-12? Это полуавтоматический дробовик, помповый дробовик. Чем отличается? Здесь два патрона, там один. Так, а... Скажите, а... Смотри, ворота открылись. Странное дело. Так вот, что такое? Осколочная граната. Давайте сделаем две штучки. А, генератор помех, одну штучку. И на ловушке мне не хватает, да? Так, теперь научиться правильно пользоваться всем этим... Пофиг. Не
мое дело. И всеми этими гаджетами. Так, а моя задача — найдите охранника с кодом доступа. Что за черт? Черт, он около меня, что ли? Так, тихо. Подожди, он смотрел, он рядом со мной где-то. А, это просто ворота открыло, он там стоит такой, типа, это... О-о-о. Так, камера. Давайте искать охранника с кодами доступа. По-моему, я его сейчас нашел. Блин, или не нашел. Это взгляд на улицу. А как выйти обратно? Ну, на ту камеру. Обратно камеру, как переключиться? Похоже, просто сломался. Так. Ну, например, так. Так, в процессе налоговой проверки. Вот у него точно. Если в налоговой, значит. Да блин, опять я на эту камеру переключился. Жуть какая. Стой. А вот у этого нету. Так, здравствуйте, вашего сына. Температуру можно его забрать. Не могу. Понять не может, он здесь стоит. Звоните матери. У него сын, я его не хочу убивать. Вы на связи, ау. Не хочу убивать. Где тут народу куча, вообще жутко много народу. Давайте через камеру все-таки попробуем каким-то образом. Ладно, пойдемте туда дальше. Потом перейдемте. Чем наводить на камеру? Так, привлечь внимание. Вот он идет. Блин, не понимаю, где это. А, во. Смотрите, какая штука. Но почему-то обнаружена уязвимость, открыт доступ. О. Это я на чем ездил? Как-то камера туда уехала. Привлечь. Кто тут? Тихо. Взломал. Взломайте. Используйте код доступа, чтобы добраться до серверов. Так, теперь надо как-то попасть туда и как-то это сделать незаметно. Так, давайте посмотрим, что можно сделать с этим. Так, включить сигнализацию. Уйти на ту камеру. Это мне напоминает Человека-паука, где я там занимался почти такой же хренью. Так, обнаружена трансформаторная будка. Вот так вот. Теперь я, наверное, могу вот так вот. Теперь отличим его погрузчиком. Так, попробуем, да? Рискнем. Здоровьем, как говорится. Тихо, надо спрятаться. За ним. Твою мать! Ой, на геймпаде стрелять ужасно. Тихо. Да, без прокачки на оружие. Твою мать. Тихо. Ой, как стрелять неудобно с геймпада. Кошмар. Ужас. Лучше стелсить или качать бой. Не знаю. Взломы эти. Ладно, мы сейчас еще раз попробуем. Посмотрим, что у нас выйдет. Знаешь, меня в базар... А я могу как-нибудь обезвредить? Ну-ка, давайте попробуем его обезвредить. А, можно, да? Отлично, тогда у меня другая идея. О, нет, нет, походу они даже если далеко меня видят, значит они видят. Не-не-не-не-не-не-не, это надо рестарт. Это надо рестарт, вообще рестарт.
Все взламываем. Тихо, и заходим по стелсу. Они меня ищут. А слушайте, а если я убиваю с глушителя, у меня вопрос. Ай, блин. А, геймпад! Что ж ты творишь? Ах, двух убил. Ладно, сейчас попробуем по стелсу. Так, пробую теперь с клавиатуры все это проделать. Управление не знаю. Ну, через Q камеру управлять. Чувствительность тут очень слабая на клавиатуре. Откроем ворота. Так, и тот чувак, отвлечем его там взрывом. Так, как эскейп выйти? Так, мне нужна камера. Нет, не это. Так, мне нужен другой пистолет. Как на клавиатуре-то открыть? Управление на клавиатуре, как, знаете, типа этого. Тихо, парень, тихо. Чёрт. А я хотел пистолет с глушителем взять. Вон он. Но с мышки стрелять гораздо приятнее. Черт, сзади. Да, приседай. Тихо, 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 тихо. О, да откуда? Ладно, сейчас попробую, сейчас натренируюсь. В общем, я какой-то шороху навел, они как-то все повылазили наружу, но я стою в безопасной зоне, то есть... И так, это я понял, а я не понял, как мне... Ага, через таб. А менять? Глушителем хочу. Изготовить. Ну, управление такое, да, своеобразное. Ну, нацеливаться легче. Так, я хочу по-тихому их как-нибудь убивать. Никого тут нет, пойду дальше. Блин, я где-то... Тихо. Так, у меня же с глушителем. Ай, мне без глушителя. Быть на чеку. Так, надо как-то их либо обезвреживать по одному. Да, вот этого отвлечем. Там отвлечем погрузчиком. Да. Что-то тут не так. Так, подожди, погрузчик не схочу. Вот суд дают. Идейка у меня кое-какая появилась. Тихо-т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 ихо. Спейс же, по-моему, подниматься. Так, вверх хочу. Что за черт? Пригнись. Тихо-тихо-тихо-тихо. А я через стенку могу его вырубить? Нет? Не могу. Ты вы шутите? Твою мать! Взяй сюда! Один звонок! Черт! Это точно. Так, да, блин, своеобразное такое управление. Они знают, где. Это плохо, это есть нехорошо. Начинается боевик. Там никого. А, чё? Замедлять время как... А, контрол, по-моему. По-моему. Ага. Сейчас ты высунешься, я тебя сейчас стреляю! На буфа. А, блин, замедление кончилось. Не, воевать со всеми это очень плохая идея. Ты откуда, твою мать-то? Всех не переваришь, сдавайся! Тут как-то странно, по одному он стреляет патрону. Блин, блин. Нет, это... Не, ребят, я сейчас потренируюсь лучше. Так, я забежал по стелсу и как-то пытаюсь стелсить и обезвреживать их по одному. Так, я могу его мобилу взорвать. Ничего себе.
Что это такое у нас? Это что, электронное табло или что? Оно просто отвлечет, неинтересно нам. Так. Вот. Блин, ладно, попробуем. Ладно, перейду на геймпад снова. Но... Когда вот такие моменты, вот надо стелсить и все такое, но... Как-то я с одной стороны удобнее, с другой стороны... Неудобнее. Так, они мне не нужны. Так, нет, центр нет. Что я хочу сделать? Я хочу как-то... Ага, вот эта кнопка. Хочу. Вот так вот. Все, вот. Так, это что? Так, а еще вопрос, как мне пользоваться химикатами. Фу, не химикатами, а есть ли у меня лечилки? Так, попробуем сюда залезть. Например, сюда, отсюда туда нельзя, да? Прыгать. Эйден, ты не умеешь, да? Не умеешь. Ну ладно. Будем тогда по одному столсить как-то их. Не знаю даже как. Тихо-тихо, ребята. Короче, как Рэмбо, не очень получается, я скажу вам. Вот, двое. Два типули. Камера. Камера. Так, отвлекаем вот этого. Черт, нет! Мужики, ща рванет! Тихо-тихо-тихо-тихо. Зря это я. Наверное. Они все сюда идут или нет? Так, еще вопрос, как мне быстро от стены отлипнуть еще раз, а если нажать нет? Они сюда идут, нет? Они что-то ищут, подозревают. Это я зря, что я спалился так. А, я знаю, что я сделаю. Вы идите сюда, да. Тихо-тихо-тихо-тихо. Идет сюда, да? Давай-давай, иди ближе. Ну как рассчитать так, чтобы на него кран свалить? Тут чисто, там гляну. Ну как-то так. Тихо. Тихо-т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 ихо. Блин! Опять фейл. Пересаживаюсь на геймпад, так сразу фейл. А, я хочу просто к стене прилипнуть. Черт возьми. Вот это жопа. А если я убегу? Тихо. Тихо, ребята, тихо. А, нет, не могу на геймпаде, перестрелка прям вообще никак-то не так. А вот сейчас вот пересел, я прям... Того. Попал. Надо обезвредить сначала вот этого. Ребята, так, а где мои жизни? Или тут типа это? Так. Получил данные. Ага, молодец, что сюда идешь. А ведь я мог бы стать врачом. Мог, но не станешь. Готов. Все, пошли, пока они тут не очухались. Что нам нужно сделать? Так, взломаем. Вот, еще одна очередная игрушка, то есть это головоломка. Так, а на что крутить? Ага. Так, здесь, ну, допустим, вот так, это вот так. Так, так, там кто-то жил. Так, здесь откуда-куда идет? Так, какие-то машины приехали там, по-моему.
Так, все, пошло время. Сейчас меня обнаружат. Так. Так, есть. Я внутри. Есть. Чувак, я для этого тебе столько времени потратил, убил. У тебя есть доступ. И у меня тоже есть доступ. Будет скучно, глянь профайлер. Там можно найти много чего интересного. Да тут, в принципе, полно полезных приблуд. Можем использовать что угодно. Да, действительно, консольщикам, задротам, которые уже привыкли давно играть на геймпадах, будет это гораздо проще сделать. До связи. Так, тут кто-то ходит. Тихо, я не пойму, на первом этаже или внизу. Так, тихо. О, черт! Фу, он меня чуть не убил. Так, жизни, где они все показываются у нас? Так, что у нас там? Опыт. Хватает там. Я сразу же готов качать в бой. Блин, мобилка. Здоров. Есть у меня к тебе дельце. Валяй. Мне тут подкинули выгодную сделку, а клиенту нужен водила. Нет. Ну, понимаешь, Марис стал безобразничать. Хотел сбежать. Нужно перевести его. Я думаю, чего париться-то? Ведь мне насрать на Мариса. Но только не на принципы. Я довожу дела до конца. А ты мог бы... Ладно, хорошо. Разберусь. Не, ну если тебе это в напряг... Да разберусь я. Что к чему? Выкладывай. Обычная работа. Подвести чувака. Плевое дело. Главное, не забывай, что ты мне помогаешь. Клиент платит за качество, ты уж не поленись. Не нервничай. Ну окей, как-нибудь выполним. Что ж, ребят, на этом мы серию закончим. Вот такая у нас, блин, образовательная серия получилась. Мне действительно очень понравилось. И, блин, не знаю, что сейчас делать. Мне нравится играть с геймпада. Но когда начинаются перестрелки, я просто жутко нублю с геймпада. Просто жутко. Вот, а все остальное меня все устраивает. Вот, посмотрим. Так, назвали его муха. Синенький, кстати, миссия. Это дополнительная. Любое ощущение в городе появился, так называется, чтобы взаимодействовать. Занесет. Ага, понятно. Так, ну что ж, ребята, увидимся в следующей серии. Всем удачи, пока.